Полное описание и точная дата выхода 7 и 8 серии нового российского сериала «Под прикрытием». 7 и 8 серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 28 июня. 7 серия. Прокофьева задерживает Соболя по подозрению в продаже большой партии наркотиков. Перова и Шамрай расследуют дело об изнасиловании Маши Рыбаковой, в котором подозревали Улубка, встречаются с его партнером Дзюбой. Тот предоставляет агентам видеозаписи с обращением несовершеннолетних. А Лубка оказывается в тюрьме. Соболь на допросе у Прокофьевой рассказывает, что работал под прикрытием. Его освобождают. В это же время Дорохов занимается делом Гордина по прозвищу Шрам. В обмен на гарантии безопасности Шрам решает сдать призрака, но с условием, что общаться он будет только с Соболем. Во время перевозки в другую тюрьму на конвой совершается нападение. 8 серия. Шамрай и Белохвост допрашивают в тюремной больнице Гвоздя, совершившего нападение на Шрама. Тот рассказывает, что совершил это по приказу сверху, но имени заказчика он не знает. Находясь на свободе, Шрам встречается с бывшими подельниками, которые объясняют, что дали ему еще один шанс ради высшей цели. Группа Соболя занимается делом Радловой, поставляющей оружие на черный рынок. Появляется информация, что Радлова похитила ученого-биолога Андрея Зерновского. Агенты выходят на след, связывающий Радлову, Тарусова и дипломата Евгения Любича. Дипломат раскрывает место убежища Радловой. Агенты надеются через нее выйти на Шрама. Но все идет не по сценарию. В дело вмешиваются личные чувства Шамрая, намеревавшегося отомстить Шраму за смерть своей возлюбленной Юли. Напомним, 7 и 8 серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 28 июня. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.